Брест – тысячелетний город, большой исторический путь, географическое положение, традиции людей, живших здесь в разные времена – все это определило многоплановость его архитектуры и уклада жизни. Войдя в новую веху своего развития, город приобретает дизайн-код. Сегодня архитекторы заняты разработкой его положения и определений как самостоятельной единицы. Сегодня политика города направлена на то, чтобы улучшать качество городской среды. Значит, поэтому мы сегодня занимаемся тем, что разрабатываем для города дизайн-код. Дизайн-код – это, в общем-то, такая средовая история. Сюда входит масса элементов, начиная от указателей улиц. Значит, сюда входит и реклама, и павильоны, остановочные пункты, малые архитектурные формы, уличная мебель. То есть все направлено на то, чтобы сделать для Бреста некую свою узнаваемую, уникальную средовую историю, дизайн, который именно характерен для Бреста. Если вот там лавочки или указатели, или туристическая навигация, чтобы она была именно вот в Бресте такая единственная, а там в Минске она другая. Говоря о том, что же ждет в переформатировании Брест, особое внимание стоит уделить грамотному дизайн-решению в плане установки малых архитектурных форм, оформления торговых павильонов и остановочных пунктов. К слову, о последних. Со временем они станут не только более комфортабельными, но и креативными. Это будет универсальный такой павильон с единым логотипом, например, к тысячелетию города, с единым шрифтом. Но, например, вот эта задняя стенка, которая будет выполнена из триплекса, например, там может быть нанесен некий либо узор, либо какой-то образ привязки к месту. Если технический университет, может быть, это тема науки. Если это, например, театр кукол, это может быть какая-нибудь тема театральная. То есть все-таки, чтобы еще была привязка к месту. Брест в следующем тысячелетии должен стать городом для людей, городом для комфортной жизни. На это качественно повлияет не только ввод новых объектов, возводимых в рамках подготовки областного центра к миллениуму. Уже в ближайшей перспективе реализация новых задумок и планов, которые обязательно сделают Брест уютнее и привлекательнее.